акциях Домодедово. Покупаешь две бутылки, получаешь третью в подарок. 18 евро. Виски, бифитер тоже 18. Тут еще акция. Ну что, Балантайнс 0,5, 17 евро, литр 28, Гранс 26 евро. Вот. В общем, цены неплохие. Арарат продается. Вот. Что тут дальше? Жан-Поль Шене, бренди. В общем, в среднем от 12 и выше стоимость алкоголя в дьюти-фри аэропорту Домодедово. Много напитков, в общем, много всего интересного, много водки. Вот видите, Абсолют по 26 евро. Данска, Онегин всего лишь 36 евро. По-вашему, это дорого или нет? Вот есть за 36 евро Сибирь, за 12 евро гастроном какой-то. Русский стандарт всего лишь 11 евро, черная водка, Байкал. В общем, хорошо можно затариться.